Сейчас мы с вами будем разбираться, почему паста Aquafresh всегда выходит цветными полосками, даже если ее перемешать. Вот они, эти полосочки, как видите. Давайте сейчас ее закроем и хорошенько перемешаем. Вот таким вот образом. Ну, я думаю, что достаточно. Давайте проверим. Открываем. И, как видите, перемешивание вообще абсолютно ничего не дало. Теперь берем палочку и хорошенько все внутри перемешиваем. Ну, сейчас-то точно без шансов. Посмотрите, как все хорошо перемешалось. Да ладно! Я не понимаю, как это вообще получается. Хорошо, хорошо, пойдем дальше. Давайте вообще этот тюбик разрежем и посмотрим, что там внутри. Берем ножнички и разрезаем. Так, ну не очень хорошо перемешалось. Давайте чуть-чуть еще подмешаем и попробуем, как она теперь будет выжиматься. Ну сейчас-то точно все одного цвета будет вылезать. Либо это просто волшебство. Давайте нажимаем. Но все равно разделение откуда-то появляется. Давайте ее разрежем до конца. Я вообще не пойму, как так происходит. Внутри же все одного цвета.